Заправки нового формата. Один из комплексов премиум-класса «Газ Энерджи» открытый в Таразе. На торжественном мероприятии первые 100 клиентов получили различные подарки. «АвтоГаз Трейд» – крупный казахстанский производитель и поставщик энергоресурсов. Компания специализируется на реализации дизельного топлива, бензина марки АИ-92, АИ-95, сжиженного нефтяного газа. Компания стремится удовлетворять потребности рынка в энергоресурсах, но при этом минимизировать вред окружающей среде. Поэтому используют только проверенные технологии и инновации. С автомобильно-заправочной станции, открывшейся в Таразе, работают небольшой мини-маркет, мини-кофейня с большим ассортиментов. Все для комфорта посетителей. Стоит отметить, что автозаправочная станция одновременно может обслуживать 8 машин. Это экономит время водителей. 15-й автозаправочный комплекс. Он находится в городе Таразе. Инвестиции, которые мы сделали, это в районе 1,5 миллиона долларов. Открываем 24 рабочих места на этой заправке. Эта заправка – часть нашей стратегии дальнейшего развития сети АЗС. Мы работаем в премиальном сегменте, мы представляем клиентам все виды топлива, которые есть на казахстанском рынке. Это бензин, дизель и газ. И еще представляем очень большой ассортимент продуктов и услуг в наших мини-маркетах. Очень качественное топливо, кофе тоже предлагаем клиентам и очень отличный сервис. Так что мы стараемся удовлетворить все пожелания и необходимости автомобилистов в Казахстане. Конкретно здесь, в городе Таразе и на трассах. На сегодняшний день в «Газ Энерджи» работают 143 АЗС. Компания предоставляет свои услуги в таких городах, как Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент, Тараз, Павлодар, Кызылорда и придерживается политики по улучшению экологии окружающей среды. Специалисты отмечают, что открытие каждого объекта в регионе очень важно для нашей области. Комплекс «Согоп». Представители данной компании, как и все предприниматели региона, являются членами палаты предпринимателей. И мы, конечно, будем помогать им по всем направлениям бизнеса, и в правовом, и в экономическом плане. Поздравляем с открытием и желаем процветания в их деле. Стоит отметить, что открытие автомобильно-заправочной станции входит в стратегию развития сети АЗС. В дальнейшем на территории Жамбылской области планируется открытие еще одной заправочной станции. Катерина Иващенко, Адильбек Самаликов, 77 News.